son. Ребята, всем доброе утро, да. Всем привет. Вот, наконец-то мы и дошли до нашего турнира по Mortal Kombat X на Moscow Fighting Arena 2017 уже, да? Да, у нас 17-й год. Сейчас у нас идет регистрация. Собственно, может, даже если кто-то хотел поучаствовать, можете вот сейчас успеть до нас дойти и зарегаться. Турнир начинается через 50 минут. Да-да, привет, Даниэр. Ребят, сейчас, в общем, у нас такие организационные моменты, как все будет сделано. Мы уже переходим к комментированию. Слышно меня вообще? Ты участвуешь? Ну, я, да, участвую. Да, всем доброе утро, пока что фриплеем, потом уже этот, начинаем играть. Oh!
Scorpion wins. Ребят, всем доброе утро. Пока у нас идет регистрация, сам турнир начнется через 50 минут. Так что ждем, и пока что у нас 30 человек. Сейчас можно? Ну, какой не? Я вот думаю, ты файтер или не файтер? Нет, я на машине приехал, так что, наверное, тебе значит, сори. Ну, чувак, начал. Так, зарегал? Ты тоже на прыгал? Где? Да, какой нет. Можешь ретро вейп пробел только поставить, пожалуйста, как решал? Это, тебе не надо каких-то бесплатно? Не, все бесплатно. Ну, объявишь, да, позовешь. Я в теке не входит, видишь, я в CSGO вышел, поэтому еще в теке буду. Давай. Ждете, там, он... Спасибо. Постараемся, да. Так, по 5 человек будет. Да. Какой-нибудь? Бестон, окей. Я все, да. Ребята, у нас уже много участников собирается. 34, я думаю, я не знаю, к концу под 50 будет, так что все интересное только начинается. Кто из них ГКЛ? А вон, ГКЛ на фоне стоит. Да-да, спасибо, Даниар. Убери камеру в другую сторону, а куда убрать нам камеру? А. Ну, вроде сейчас нормально. Да, привет, Гарри, ГКЛ от Ромео. Да. Скажи, что этот жук, я ждал его мани-матча. Хороший человек. Ага. Да, не приехал. Сантехника нет на стриме? Я не знаю, наверное, скоро появится. ГКЛ себе сантехника своего ищет. Здорово. Сидим. Ага, отлично. Да, сейчас зарегнем. Полдвинал.
Джонни не видно, убери камеру в другую сторону. Но... Так кого не видно-то, ребят? Станислав, привет, привет. Он ждет тебя на Ефан, чтобы сыграть в Гетто. Джонни, можешь помочь, пожалуйста? Что-то непонятно? Убери окно камеры. Я не понимаю, ребят, про что вы? Вы хотите, чтобы я камеру убрал? Стрим с камеры, извините, так. Вы хотите, чтобы я убрал? Привет, привет всем. Она посередине экрана, так она и должна быть посередине экрана, иначе она мешать будет. Бойцов не видно то. Через, так получается, 40 минут. Если что, то вот, ну, что мне делать?
Мы можем немного подождать. Я в общем, как сейчас будет сетка вот закончена, после знаю, поделит нас на группу или нет. Я, в общем, как только вот закончу, я тогда сразу прибегу. Хорошо, хорошо. Вот если еще у меня там ник такой же, там объявят. Хорошо, хорошо. Спасибо. Вот, этот, 12:30 начинает. А, ну хорошо, там, отлично. Кого здесь нет?
Кенси. Кенси. Так, ребята, у нас продолжается регистрация на турнир. Да, пока что тут Гарри тренируется с Сильвом. Собственно, начинаем где-то через полчаса, да. Hindering me. Round two. Fight! Так, спрашивают, кто с кем играет. Это у нас играет Гарри и Сильв. Не, ГКЛ пока что. ГКЛ играет на другой консоли. Да.
unrelenting. Kitana wins. Round one, fight. Да, сейчас этот. Звук я попробую поправить. Так, сейчас вроде звук, да, звук поправили. Все должно быть хорошо, спасибо за наводку. Это разминка, ребят, турнир начнется через примерно полчаса, надеюсь. Расскажи про... Не, ребят, сегодня я этот, в основном организацией занят, так что немного это... Немного не будет времени рассказывать, но комментарии и все-все это скоро будут. Заканчивайте, пожалуйста, мы практически начинаем плей-офф. Gun is the best defense. Happiness is a gun is the best. Ну что, ребят, стрим продолжается, надеюсь. Thank you.
Finish her! Aaron Black wins. Round one, fight! A gun is the best defense. Finish her! Like your new holes? Aaron Black wins. Round one, fight! Gun is the best defense. Finish.
Так, ребят, совсем скоро должны начать. Да, извините, пока что комментировать не могу. Там нужно это, расставлять сетапы. Cassie Cage, Sub-Zero. Round one. Fight! Fight!
cannot win. Finish her! Round one, fight. Fight! Так, вроде как-то смогли 5 сетапов сделать, так что все очень хорошо. Шейд, привет, что ты там? Не, так, Шейд. Fight! Sub-Zero wins. Так, ребят, я, короче, добавил в чат команду Bracket. Так, получается восклицательный знак Bracket, и вы можете посмотреть на турнирную сетку. Это работает только в Твиче. Yeah.
Ну сейчас, где-то через 10 минут начнем, 10-15. Какой твой? Болтер? И чё, Куан Шу попросил его сделать? Так, сейчас. Он придёт скоро. Не холдер, холдер. А, холдер, я понял. Вот так же, да. Шум, S-H. Не, без Т. Мы скоро начнем. Вообще. Так, есть человек 50. Это... Есть. 10 групп, 20, 30 топ, это все и сам нужно будет делать. А, блин. Жолданец, ты уже здесь. Ты, что, ты во что играешь? А. Финальный этап, интересно, сколько он покажет. Серафимов, простите.
консоль игроки Fox, Tech and Rice. 15-я консоль игроки Tigre, Spartan и Metro. А, блин, я себя не зарегал. Слушайте, да, я оказывается, себя не зарегистрировал. Так, сейчас нужно... Сейчас все будет. Так, ну что, мы будем участвовать или нет? Так, короче, регистрируй себя. Джонни, сетка, что такое? Я зарегался, я вообще забыл про себя. Так, ребят, что-то там Вилмара я не вижу, Роксизера не вижу. Где они вообще? Надо подождать нескольких игроков. Наверное, через полчаса начнем. А то без них никуда. В 12 начнем, все. Там получается, сетка у нас идет по порядку регистрации. Собственно, перед началом будет случайное ранжирование. Мы сразу не в первой же группе, я не знаю, сколько людей выходит из группы. Так. Вроде у нас должно 2 человека выходить, сейчас посмотрим. Да, 2 человека выходят из группы. Вы же Dying Justice не успеете, но надо успеть, ребят. Да. Лайн, тебя и Шейдена зарегают? Ты из игры вылетел или играешь? Но мы еще ждем. Начнем эдак через, наверное, полчаса, потому что у некоторых надо ждать. Начинай так. Ну, без Вилмара будем? Гарри предлагает без Вилмара играть. Ну все, короче, дисквалификация Вилмара и Роксиза. Ну да. Гарри выигрывает турнир, пишет. Джонни, мы на Ютубе увидим турнир? Да, конечно, Саша. Турнир будет и на Ютубе, и на Твиче.
почему? Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, давай, я посмотрю. О, боже, у нас скоро старт. Привет, привет, да. В 12, ребят, начинаем. Немножко опаздывают люди. Хотя... Вилмор успеет, ну ждем, ждем. Вилмор и Рак Сизера. На самом деле можно было и без них начать, потому что... Ну посмотрим просто группы, да, без него. Ну давайте, немного подождем, там еще несколько людей должны подойти. Так, сейчас мы, наверное, будем заканчивать уже регистрацию. Так, вроде многие здесь. Давайте тогда регистрация заканчивается. Если мы найдем группы, кто присутствует, то давайте сразу играть. Короче, давайте этот. Так, вроде всех зарегал. Вилмор есть, нет, Рак Сизер есть. Так, а кто еще? Кто там еще претендовал? Так, Мэтью пришел, отлично. Напьер здесь. Так, Гарри есть. Вроде все есть, ребят. Кто хотел? Так, 44 участника. В общем, я последний. Ладно. Так, ну что, нажимаю я на кнопку «Случайное ранжирование». Сейчас у нас группы будут распределены совершенно случайно. На второй консоли игроки The King и Exodus. На третьей консоли игроки Roxas Seal 9. Что, сколько людей сейчас? Получается у нас 44. О, участвуешь? Не будешь? Не, нафиг. Блин, Рассел пришел, говорит, не хочу. Не хочу проигрывать, что так? А в чем мне там делать свои дворы? Мне кажется, ты там можешь зайти в топ. Ну, 16, топ-8. Ну тут, ну типа Гарри есть, Мэтью есть, Напьер есть. Вилмор, Рак, Сизер. Так, ну что тогда, все. Больше никого регистрировать не будем. 44. Ну, неплохо. Или что? Будешь играть? О, я только хотел нажать на кнопку случайное ранжирование и Рассел. О, как все четко у нас получается. Ну, надеюсь, как-нибудь найдем, да. Вот мои геймпады стоят. Так и Рассел будет участвовать. 45-й. Все, короче, последний наш участник. Случайно ранжирование нажимаю. Окей.
Все, ребят. Так, группа у нас есть. Можете сами посмотреть на челлендж. О! Так, ребята, группа А сейчас играет. Brain Dead. Ага. Билли, где вы там? Где такие мужчины, наши ребята? У тебя не знаю. Билли. Да. Такие большие ребята. Так это они, нет? Так, блин, вот видите, уже кого-то нет. Так, может попробуем вторую группу тогда? Так, группа Б. Походу все ливнули. Где все? А из группы А только я, да? А, и про интернет. Так, Мария Рос. Отлично. 13-я консоль. Ада. Ада. 14-я консоль. Хотя, постой, сейчас. Сейчас, может как-нибудь получится. Так, слушайте. Так, как играть? Under Black, окей. Да, начинаем. Сейчас, ребят, всех надо искать. А? Сейчас все будет, да. Так, слушайте, все-таки. А? Да. Какой ник? Пико. Блин, у людей такие это сложные ники, ладно. Автолос. Ой, ребят, сейчас у нас, короче, будет организация от Бога. Ну да, есть у нас. Сколько групп получается в общем? Ё-моё. Очень много групп у нас. Ладно, короче, ждем тогда немного, пока тут подойдут люди. Is
Так, давайте попробуем тогда группу С. Виктор. Никого нет. Блин. Так, группа Д. Хелперин. Так, я чувствую тогда этот. Все-таки ждем до 12 и... Да, что-то, ребята, очень многих нету пока. Джонни, 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 зарек Алексея Камрада. Это неуважение. Я сегодня рекался, зарек его. Алексей Камрада. Короче, начинаем 12, если кого-то там нету 5 минут, то, к сожалению, дисквалификация будет. Лучше бы сетку сделали. Вы что? Так, у нас количество участников уже приближается к 50. Игроков кто будет озвучить? Ну, я постараюсь. Вы до вечера не закончите? Так, и какой этот предлагается? Какой формат предлагается? Не, ну так и так FT2 будет. Да. Вы на одной консоли играть будете? Нет, у нас пока что 4 консоли. Сам участвуешь? Ага. Так, Ариант здесь. Тенхилл. Тенхилл. Есть, нет? Так, тут. Малой. Малой. Так, слушайте, может сейчас и начнем. Так, Sandboy. Sandboy. Так, отлично. Rage of Noob. Ага. Так. Тогда начинаем сейчас с группы F. Так, все, пожалуйста, этот, с консоли выйдите. Сейчас будем играть. Блин, мне кажется, я голос посажу. Так, давайте встаем с консоли. Сейчас будем играть. Да, все, давайте. Так, ну что, группа F. Так, Тенхилл и Rage of Noob на эту консоль. Так, Малой и Сэндбой на ту консоль. Да, на вот эту. Куда Тенхилл поменялся? Так, садись вот сюда. Да. Так, короче, матчи группы F. Так, зря я, конечно, их туда посадил, ну ладно. Так, Сильв. Так, Сильв есть? Сильва нет. Давайте-ка, знаете, так сделаем. Блин, тут сейчас ад начнется. Да, пойдите сюда. Слушай, Паша, твоя помощь нужна срочно. Так, ну, нужно, короче, чтобы ты тоже этот помогал с группами здесь. Так, сейчас, ребята. Кстати, может меня убрать нахуй? Ладно. Чё, я ничего не смогу там все равно. Так, сейчас, ребят, начнем.
Пока что эти игры на стриме не будут у нас. Сейчас скоро. Пятая консоль, игроки Эльф и Райс Грэмэри. Что так? Ну что мне сделать? Сейчас я скажу. Так, сейчас у нас, ребята, будет идти группа. Так, группа F. Так, все, короче, так, начинаем групповой этап. Вроде все зареганы. Все, пошел турнир, ребята. Всем привет. Так, сейчас, короче, есть у меня идея. Как видим эту таблицу? Не нужно будет. Вот, короче. Будешь использовать мой телефон. Смотри, типа какая-то группа, да? И это, говоришь, есть мне рассаживать на вот это или на ту танцу. 14-я консоль. Вот это да, или там, да. Понятно? Третья. Смотри, вот группа какая-то. Вот видишь, участники. Скажем, вот это может быть сейчас. Нажимаешь на матчи. И вот, короче, матчи. Первый матч. Катин это. Второй матч. И потом результат, как матч сюда. И вот здесь счет вводит, короче, по победе. Поддавай. Да, твоя помощь нужна. Все. Кричишь, короче, вот в таблице. Кричишь, вот, кто есть. Если все есть, то начинается группа. Так, что называете группу? Вот группа, вот. Нет, а где уже? Вот матч. Вот участники группы, вот матч. Так, у нас, возможно, еще группа A. Никотин есть, да. Так, вас, если его нету, то попробуй другой. Потом. Это там вот автоматом генерец. По два человека выходит из группы. Так, сейчас у нас, короче, идет группа. Ты какую там собрал группу? Группа F сейчас у нас играет. Группу F я сам веду. Ты веди там другие группы. Попробуй найти кого-либо. Можешь будет узнать, как? А? Примерно через какое время я буду играть. Так, какой нет? Брейндед. Кстати, так вот же. Слушай, Паша, попробуй собрать группу А. Здесь.
Так, ну что? Сейчас, потом, потом этот. Девятая консоль играет Фисера, Фибу и Шарин Монг. Вот так, посмотрите. Вот разряд Зимена, насколько он хочет видеть. Десятая консоль играет Фисера. Блять, это пиздец. В каждой группе хотя бы одного нету. Это жопа какая-то. Где их взять? Так, ребят, сейчас все будет. Так, Тенхилл, Рыжий Внук. Не, у меня что-то геймпад меня триггерит. Так, малой сэндбойки играют? Почему? Триггерит. У меня вообще ничего не так. Я тоже для массажа. Так, давайте Ариан и Рейвен Нов такой состав. А, до двух побед. Просто тут многие не знают, я сейчас пойду разнесу эту инфу. Да, давайте, кто не играет, пожалуйста, немножко расчистите. Можете там с другой стороны смотреть, можете вот сюда подойти. Да, давайте, этот, остается группа А и пока нет другой группы. Каждый год у одного до двух нету, так хрен группу соберешь, я хожу, один не отвлекается. Так, давайте. Так, все, короче, кто? Группа А здесь остается, вот. Нет, вроде не ты. Да, группа А у нас. Сейчас скажу. Группа А я только что собирал, там мне уже нет. Какой я-то? Как-то нету. А, постой, да, группа. Точнее, группа остается. F, ты имел, да, группа F остается. Группа F остается. Так, Тенхилл, Ариан, Малой, Сэндбой, Рейдж оф Рок. Остальные, пожалуйста, я не знаю, немножко подальше. Потом. Так, Ариан и Рейджер, садитесь, давайте играем. Блин, на самом деле это будет очень долго. Игры проводит один игрок. А, получается 4. 4? Да. 5 человек, да, группа? Да. Так, ладно. Смотрите, турнир начинается. Если кого-то нет, то, к сожалению, это дисквалифицируем. Так, и все выходим. Давайте. Группа А. Так, да, группа А остается. Группа А и группа F остается, остальные нет. Мэтью, ты в группе G. Да, давайте, немножко расчистим, пожалуйста. Так, а Паша, пожалуйста, группу А, да? Из кого-то нет. По-моему, это тестовый бой. Ничего не понятно. На МК больше игроков, чем на. Так, давайте. Ариан, Рейджер Внук.
играйте. Нет. Игроки Мортон и Ченсу Брайан готовятся играть на первой консоли. Так, Дэнгел и Малой. Ну как так? Смотри, я Сэндбой, он Малой. Ну? Мы с ним сейчас играли. Я тебе говорю, я говорю Тенхилл. Не, постой. А Тенхилл? Ну вот, ты Тенхилл. Давайте, давай. Быстрее давайте. Ариан. Так, все, ребят, сейчас у нас мы немножко... Так, сейчас возьмем под контроль хаос. Что там посмотреть? Группа, а кто у нас там? Там вот, у человека спроси. Так, Ариан Десендент и Rage of Noob. Игрок The King приглашается ко второй консоли. Пойдемте, играйте до двух побед. Так. Блин, да что там? Группа. Ему придется, да, заморочиться. Вот ваша группа. Так. Нет, это значит не моя. Ну все, тогда смотрите это в другом месте. Сейчас мы этот по порядку все в группу будем делать. Я про этот, про Mortal Kombat. Это Mortal Kombat. Да. Сейчас, потом, потом все будет. Что там? Ага. Да я думаю, нам уже ничего не нужно. Да, давайте так сыграем. Так, ну все, короче, у нас 4 сетапа. Получается... по 2 сетапа на одну группу. И сейчас этот, в темпе, короче. Кто не пришел, все, отсею. Ты в группе, которая сейчас играет. Да, это круто. Ну все, сейчас я тебе этот вызову. Кто-то из них закончит, и ты будешь с ними играть. Ага. Так, ну что? А? Что вам нужно помочь? А что у вас и так? А что нужно? Так? Не-не. Так, ну что, первый матч получается на нашем стриме. Ариан против Rage of Noob. Да, постараемся так и комментировать, и всех рассаживать. Да, все вместе. Так, ну что, у нас играют сразу две группы подряд. Группа А и группа F. Собственно, ух ты.
Ну, Ариана, вы должны знать, постоянно это окучивается в нашем чате, да, играет за Кенши. Рейджо, ну, получается, девушка, которая катает за Мелину. Так, постойте, а куда мой чат делся? Так, сейчас, ребят, куда-то у меня чат делся. Так, достаточно агрессивно начинает. Вот, вот эта привычка, да, после телепорта сразу перепрыгивает, она может сыграть очень плохую шутку, но я думаю, может Ариан. Ох ты. Не получилось. Ух, антиэр с помощью четверки. Если нету, то, пожалуйста, одолжите кто-нибудь. О, чуть не проиграл. Я не ожидал то, что это Дрейджовна покажет такое сопротивление. Ариану нужно этот постараться, чтобы выиграть данный сет. Да, ребят, это у нас пока что группа F. Группа играет на фоне, но самых лучших игроков этот мы обязательно этот посадим на стрим. Так что ждите. Так. О, блин, это был бы офигенный антиэр, если бы она, конечно, это успела ударить. А, слушайте. Она умеет комбить. О, супер этот, супер небезопасные вещи, но работают пока что. Главное дождаться вейкапа. Ах, не дотерпела немного, да, сделала небезопасный телепорт. И наказали за это. Так. Джонни, а можно узнать группу там? С кем играет. Так, потом мы назовем, короче, вашу группу и это, узнаете. Да. Ну сейчас закончим и потом вам. Какой нет? Том Перец и Пришвин, просто смотри, кто с кем. Том Перец. Группа, да. Ой, что-то да. Группа Д, я посмотрел. Так. Так, Ариан выигрывает первую. О, перебивает. Достаточно. Пока нет. Сейчас это. Я. Какой у тебя ник? Какой? Да, ребят, извините, временная мета придется нам. Немножко походи, но будь рядом. Ну смотри, можно играть. Тенхилл и Санбой. Так, Тенхилл и Санбой сыграли. Так, сейчас. Так, ну сейчас надо подождать. Блин, как он это, да? Вообще не боится использовать. Ну, конечно, чё тут бояться? Никак не наказать. О-о-о, там. Опять телепорт. Перетыкивается. Интересная серия. Весьма главная. Сидит. Да. Так, вы сыграли, да? 2-0. Ага. Так, Ариан выигрывает. Так, Ариан и Rage of Noob получается. Так, Rage of Noob и Малой. Так, вы играете здесь. Да. Не, никуда не пройдем, но ты. Да. Малой. Женя, а что, нужно с каждой группой сыграть? Да. Так, Ариан и Тенхилл, сюда. Играйте тут. Так, Ариан выиграл. Сейчас интересный матч будет.
Джонни. Он Стэнхилл? Да, Ариан Стэнхилл. А где он? Где он? Вот. Давайте быстрее. Так, а вы с ним играли? Нет? И вы... Мы с ним не играли. Так, это получается... Так, Ариан. Ариан и Сэнбой, давайте играйте. Так, ладно, тогда пока туда Ариан Санбоя. Так, ну что, ребят, вроде более-менее так разбираемся с этими группами. Сейчас все, надеюсь, быстрее пойдет. Но во всяком случае у нас игры идут побыстрее, чем Injustice 2, так что я очень надеюсь, что справимся. Девушка за Милену была? Да-да-да, за Милену играют. Ну что, получается у нас второй матч. Третий матч в группе, да, по порядку. И второй матч на нашем стриме. Малой против Rage of Noob. Слушайте, Китана? Китана? Не, все-таки, наверное, этот. Да, она играет, получается, справа, так что поменяем ники. Ты слева, да? Так, группа H. Ну, мы по порядку пойдем. Есть, наверное. Да, началось. Почему Ариан написан? Ну, это для этот, для быстроты. Так, Ариан там играет на фоне. Да. Так, Rage of Noob малой. Да, нашли, как этот активировать. Еще нет. Еще нет, да. Где Мария Рос? Кстати, он здесь где-то ходил. Я чувствую, выиграет этот турнир, нет? Вибрация выключена. Ну, видите, для кого-то это важно. Так, ну что, я чувствую, начинаю. Да, Rage of Noob против Малой. Ах, не смог этот закомбить в данной ситуации. Очень небезопасный ролл от Милины был. Вот это антиэр. Ну, это не антиэр, конечно. Достаточно. А, ну, ладно. Это был баттончик во время матча. Ну, я чувствую, это. Играем так, как будто, знаете, вернулись во времена Сеги. Да, постой, я сейчас что-то проверю. О, как это, да? Как интересно то, что такие разводки работают. То есть вот эти ее 2-1. Вот эти ее 2-1 постоянно попадают. О, хотел, наверное, сделать на прыжку. Или это была жопа, но... Так или иначе, первый раунд за Rage of Noob. Так, ну что, пошел зой. Ух ты, ух ты. Блин, так вот, именно это и нужно было делать. Мне кажется, волнуется. Да, потому что в турнирной обстановке играть намного сложнее, чем дома на диване. А ты не можешь им реально вывести там, на монитор эту таблицу, чтобы они смотрели, кто там прошел? У меня нет возможности. Там какой-то компресс, но это не смысл. Я не знаю. Давай-ка это, опять сложно будет. У вас группа А идет? Сколько матчей? Два. Сейчас еще два играют. Да, давайте. Только за те два места, да, я отвечаю? Да. В общем, группу ты туда забрал. Так. Слушайте, а малой-то этот собрался? Напрыжка, блин, должен был завершать. Впервые вижу то, чтобы этот, чтобы жопу перебили. Обычным ударом. Так, ну интересно зоник на самом деле. Наблюдать, Китана и Милина. А
опять попала Рома. Это неплохая антиэшка у Чусая. Эти роллы, слушайте. Да, если, конечно, ты постоянно нажимаешь на кнопки, то такая тактика за миллион будет работать. Дропают. Очень обидно. Проиграл? Так. Сэндбой, да. Так, Сэндбой обыграл Ариану у нас тем временем. Так, где Тенкил? Быстрее. О, так она все-таки камбэк. Я даже не заметил то, что это. Достаточно странное начало, да? Вроде Китана там начала так и звонить веерами и подтверждать, но... Потом... Мистер Влади участвует. Блин, к сожалению, Влади не зарегался. Нету Влади, нету Дока. Я не знаю, на самом деле у них были шансы. У них были очень хорошие шансы выиграть. Жопа против ролла, да, что сильнее? А мне кажется, ролл сильнее будет, нет? Все-таки жопа, она выше. Да, определенные этот ошибки ввода. Так, ну у нас уже на самом деле, ребята, более-менее в темпе все идет, надеюсь, успеем. Так. Да, этот ролл постоянно работает, да, в данном матчапе, во всяком случае, между этими игроками. Надо делать определенные выводы Китане. Так, окей, пошел. Отлично, перебил. Если он не придет, я не могу сказать, показы сделать. Если он не придет, то этот, все его матчи будут проиграны. Давайте, ребят. Ты сам участвуешь? Да, конечно, участвую. Это, ребята, отборочная группа. То есть у нас 45 участников. Так что походу будем раздупляться. О, наконец-то это. Так, бежит наш участник. Надеюсь, все бежит так и. Так, Тенкил, Ариан, тут играет. Так, ну что, у Рейджов первое очко. Да, привет, Найт Энриан. Завтра стрим будет в обычном режиме. Возможно, даже сегодня будет в обычном режиме. Женя, как Инжайс прошел? Нормально. Вчера это... Ребята, да, нужно немножко подождать, потому что это у нас группа. Оу, как она попала вторым ударом. И есть еще шансы. Да, спасибо. Да, спасибо Хизри, да, за кофе. Слушайте, мне кажется, здесь у нас этот. Видели, нет, как вообще близко играет? О, наконец-то пошли наказания, уже этот. Не так волнуется малой. Ну, тут камбы не было бы, да. Даже не знаю, кто из топов тут присутствует. Ты что? Тут есть у нас Напьер, тут есть... Били про НТ 2-0, его пользу. Вы это вот, Паша. Так, слушайте, так и Китана это... А, как только он вот устранил свои ошибки в плане ввода, да? Вот тут уже игра сразу идет по-другому.
Игроки Омега Z. О, хорош. Продолжите играть инструмент. Первый контакт. У нас есть Вилма, ребята, у нас есть Рак Сизер, у нас есть Гарри, у нас есть Мэтью, Накье, вы что? У нас много топ-игроков. Так, слушайте, она ее зазонит. Так, ей шанс не усиляет. Интересное решение. Волнуются игроки. О, как перебила в самый нужный момент. И нужно было присесть без блока. Так, ну сейчас я кого-то сюда посажу. Так, получается, Малой рейджил в нуб. Малой так и выигрывает. В упорном противостоянии. Так, вы с сэндбоем играли? Так, давайте. Рейджил в нуб, сэндбой. Сюда. Блин, ну, может, нам кто-то лучше не делает. Оба вас не падают. Вот тут геймпад лучше. У меня хороший. Так, сейчас у нас получается Sandboy против Rage of Noob. Да. Кто брейкер сделает, тому донат. Да, у нас, короче, новое испытание на стриме. Кто сделает комбо больше, я не знаю, 30% во время групп, да, получает от нас 5000. Что там у вас? Через проводок, ребята, через проводок. Так, сейчас ребята у нас будут играть Rage of Noob и Sandboy. Так, ага, все заработало. Так, Rage of Noob против Sandboy. Этот, твоя консоль здесь, этот, если что, я этот, приглядываю. Там, короче, ну мы нашли этот, уже там с геймпадом все дела. Ну, по порядку, да, там... Ага. Ага. У нас сейчас играет группа А и группа F. Так. Так, попробуем, да, ракурс под камеру, чтобы этот игроков было лучше видно. Слушайте, а Сэндбой-то этот, за три бурга. Раз играли.
Так, у нас Ориант Энхил. Выиграл. Так, Ориант тем временем обыгрывает Энхил. Так, Малой. Ориант. На самом деле у нас, да, ребят, пошло-пошло все в темпе. Да, извините за такое. Так, тухлое начало, но все идет. Это Вилмар играет? Нет, пока что не Вилмар, но он здесь ходит. Да, надеюсь, покажет своего сектора. Или вы этот, не скучаете по его зонингу? О, очень этот, очень рискнул Сэндбой. Наказала. Только плохое подтверждение, к сожалению. И выигрывает Сэндбой.